такое тофу? Дедушка моей жены из Китая приготовит его для вас. Первый шаг. Замачиваем сою, ждем, пока она размякнет, а дальше в блендер. Снимаем пену, процеживаем. Получилось соевое молоко. Подключается бабушка. Ставит жидкость на огонь, доводит ее до кипения. А теперь закваска, она свернет молоко. Добавляем и оставляем в покое до полного свертывания. После таким способом вливаем жидкость в тряпочку и заворачиваем в такие вот конвертики. Дальше придавливаем крышкой и ждем час. Для вас это секунда. Сыр тофу принял форму и стал плотнее. Теперь мы его обжариваем. Также обжариваем мясо. Чуть-чуть соевый соус. И шинкуем зелень. Ну что, давайте попробуем. Это очень вкусно. Мне понравилось. Свежий, нежный и очень вкусный сыр тофу. Очень-очень вкусно. Полный рецепт закреплю в комментариях.